Ты что сделал?
Вы в курсе, зачем мы сюда пришли? Нет, а зачем? Аллочка, нет, вы должны мне помочь. Вам, как стажеру, это должно быть особенно интересно. С удовольствием, Александр Петрович, только в чем? В чем? Очень странные события здесь происходят. Вчера вечером здесь, в детстве, было обнаружено вот это. Что это? Записка. Буквально однообразная, точнее, это одного языка. Возьмите, прочтите. Я? Ну, уже смелее, берите, читайте, что там написано. Я тебя люблю. Все. Все. Вот именно что все. Это поразительно. Кто скажет? Честно говоря, я не знаю. Да это ж просто фантастика. Да вы посмотрите, ну, посмотрите, это написано взрослым человеком. Как взрослым? Александр? Именно взрослым. Человек, который тоже знает смысл этой фразы. Написано твердо, но так, что при этом оставаться неузнанным. И написавший эту записку среди них. Ну, это ведь невозможно, Александр Петрович. Именно. Понимаете, я вас? Любовь. Любовь совершенно невозможна на уровне развития. Детская психология не допускает. Да еще так и зачем? Да вы сами их наблюдаете. Вы понимаете, что это означает? Взросление? О, которое мы пропустили. Но как мы могли пропустить? Я же с ними каждый день. И что вы собираетесь делать? А что мы можем сделать? А мы спросим у них, кто написал записку? Они же во дворе. Да, играют. Аллочка, вы бы не могли бы... Что? Пригласить их сюда. Конечно. Алла Николаевна, верните мне записку. Я себя люблю. Вот так дождались. Неужели я упустил момент и переход совершил? Ну зачем скрывать? Да и как можно скрыть, что ты уже не ребенок? Не ребенок, не взрослый. Вот только кто из них? А вот и мы. Ну, здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Александр Петрович! Обмолвили. Что вы делали на площадке? Играли. Играли? Только подрались. Но это же очень плохо. Я знаю. А что ему стоило дать ему лопатку? Какую еще лопатку? Ну, детская, для песочницы лопатка. А, да, проблема, конечно, серьезная. Но, Толик, думаю, эту проблему мы решим. А я к вам, честно сказать, пришел, чтобы тоже поиграться. Да, скучно мне, да, я думаю, зайду к ребятам. И как видите, зашло ко мне Оксана Николаевна. Ура! Александр Петрович, Александр Петрович, а во что вы хотите с нами поиграться? Знаете что, у нас есть такая замечательная игра. Цветочек. Спасибо, Сонечка, так мило с твоей стороны. Так вот, вы присаживаетесь. Игра у нас будет психологическая. Ну, я вас буду спрашивать, а вы мне будете отвечать. Только честно и не раздумывать, ну иначе играть получится. Итак, вы готовы? К чему? Тебе же сказали. Александр Петрович спрашивать будет, а нам отвечать надо. А как нам сидеть? Ну, как хотите. Так, начнем. Что такое любовь? По очереди, Сонечка. Это когда жених и невеста. А покажи. Ну, это вот так вот. Ну, вот так. Спасибо, Сонечка. Настенька. А я котенков люблю. Каких? Ну, таких. И только котят. И щенков тоже. Потому что у меня есть...
Что это? Это бумажка. Это записка. А что это у нас тут написано такое? Ну, кто из вас умеет читать? Сережа, почитай. А я плохо читаю. Давайте я прочитаю. Я умею. Я тебя люблю. Фу, любовная! А я что, виновата, что здесь так написано? Александр, нет, конечно, ты не виновата. А знаете, где я нашел эту записку? Где? Здесь, в вашей комнате. Вот так. А кто ее сюда принес? А вот это, Настенька, самый интересный вопрос в нашей жизни. Кто-нибудь знает этот вопрос? Нас с Аллой Николаевной очень интересует. Кто же написал эту записку? Лгать будете. Нет, зачем? Это Настенька. Тогда кто? Никто не знает? Нет, я не знаю. Точно? Точно. Обманывать нехорошо. Я не обманываю, знал бы, сказал. Алла Николаевна, что вы скажете? Честно говоря, я не знаю. Никаких предположений? Нет, у меня нет колбас. Вот и у меня не скроется. Как будто ничего не изменилось. Но ведь так же не бывает, да и руки у меня заказать. Я смотрю о том, что все может пойти совершенно непредсказуемо. Ребят, мы с Аллой Николаевной уходим, у нас дела. Мы играем в Донбай. Как только что вспомните, сразу говорите, хорошо? Алла Николаевна, а приходите к нам еще? Обещаю, говорю, обещаю. А я знаю, откуда записка. И откуда вас? А не скажу. Ну зачем говорить, правда? Скажи. А ты в игру не играла? Ты бы сказала, а мы выиграли. Ничего вы не понимаете, ничего. Ну и не надо нам ничего понимать. Зачем нам дурных слушать, правда, Сережка? Пойдем, Настенька. А скажи, откуда записка? Я никому не скажу. Никакой записки не было. Это была шутка. Шутка? Да. Ну давайте уже поиграем на что-нибудь. В лоты. Ой, точно, я буду Барби. Дура, Барби это кукла. Ну и что? А я живая кукла. А я тогда буду модельером. Настенька, а мы кем будем? А вы фотомодели. И что мы будем показывать? Крысы. Нет, ну всякие одежки, моды. Сейчас мы вас будем одевать. Настенька, а можно я буду девочкой? Почему? Фотомодели все девочки. Неправда, будут мужчины. Правда, Настя? Конечно, бывает. А я хочу быть девочкой, как потеряешь. Хорошо, как хочешь. Сейчас мы вас будем одевать. Сонечка, помоги. Я не умею, я же Барби. Сонечка, мы еще не начали играть, так что ты еще не Барби. Так что возьми вот это и одень Сережку. Ну, я уже начала играть. Я же Барби. Но так как есть Барби по книге, я сейчас она так повернись. Ну как ты поворачиваешься, как ты поворачиваешься? Ты же не балерина, ты фотомодель. Ты по-другому должен поворачиваться. А почему тогда нет фотоаппарата, если я фотомодель? Есть вот где. Все? Это галстук, галстук, настоящий из магазина.
дело. Вот, заграничная, с мотором. А еще есть.
он так. Спи, спи. Папа! А? А расскажи мне сказку. А я не знаю. А тогда хочешь, я тебе расскажу? Я их много знаю. Вот столько миллионов. Очень вкусный торт. Вы идите в столовую, я тетю Наташу приду.
Расскажите вас Алла Николаевна Ткарева. А пойдемте кушать торт. Да. Ну а Толику там останется? И Толику большой кусок. Сережка, а ты идешь? Да, я сейчас. Вы, ребята, идите, а Сережа вас догонит. А почему мне торт нельзя? Что значит нельзя? Конечно, можно. Ну, просто я хотела с тобой поговорить, понимаешь? Ну, по поводу той записки, которую нашел Александр Петрович. Записки про любовь. Я ее не писал. Я знаю. Ее написала я. А что вы не сказали? Вы бы сказали, мы бы выиграли. Понимаешь, просто я не хотела, чтобы кто-нибудь знал. Ты хочешь узнать, кому я ее написала? Кому? Тебе. А я знаю, я видел, вы мне ее ночью положили, только я ее в песочнице оставил. Сережа, я понимаю, что это глупо, что это полное безумие, что этого не должно было быть, но... Вы хотели поиграть? Что значит поиграть? Ну это игра такая. Вот Александр Петрович тоже приходил. Там записочки всякие, вот. Нет, Сережа, это не игра. Ну, понимаешь, для взрослых людей это очень важно. Да, просто бывают странные вещи с людьми. Как колдовство? Нет, колдовство, конечно, тоже, но я не об этом, понимаешь? Я любви. Ну, почему ты молчишь, а? Хорошо. Thank you.
вызывай какую-нибудь принцессу. Я здесь, Сережка. Кто ты, прекрасная незнакомка Сонечка? Я принцесса. А я Сережка. Хочешь стать моей невестой? Конечно, хочу. Настенька, но вы первые должны представляться, раз к нам залезли.
Федяка, а это Клариса. Ух ты, Клариса. Ну вот и познакомились. А у вас тут ничего, уютно. Неплохо бы так ставили, да, Клариса? Смотрите, игрушки. Сколько? Это мое, мои игрушки! Парни, настоящие. Ну, какая уродка. Это моя парни! Моя! И у меня есть парни! Там. А у вас есть игрушки? Какие игрушки вы играетесь? А, вот что вас интересует. Какие игрушки мы играемся, Клариса? Тише. Вы действительно хотите это знать? Я бы на вашем месте подумал, прежде чем отвечать. А мы хотим! Нам интересно! Нет у них никаких игрушек! Они же взрослые! Нет! У всех есть игрушки! Я точно сказал, малышу! Слушай, сколько тебе лет? Какой-то ты странный! Пять! 4,5! Просто мне супа нет! Джек! Что? Тогда пойдем отсюда! Да подожди! Пусть дежурный уснул покрепче! Ну, час у нас есть. Целый час? Целый час? Целый час они с нами будут играть. И целый час можно не спать. Целый час, целый час, целый час. Да вы можете не спать, сколько хотите. Сегодня ночью нарушение правил. И это я вам гарантирую. Правильно, Клариса? Правильно. Смотрите, а что они делают? Они целуются. По-настоящему. Они жених и невеста. И невеста, жених и невеста. И невеста, жених и невеста. И невеста, жених. Слышал, что они сказали? Маленький уродник. Я сейчас подохну. Жених и невеста. Не чудовище. Подождите вы. Разбегались тут. Да брось. Они же просто маленькие уродцы. Ну пускай они вякают. Нашлись мне тут депешмот. Сколько у нас бабок? Каких бабок? Ну бабла, денег. Вот тупо, неужели я был таким? Был, можешь не сомневаться. У меня 40. А почему бабок? А я тебе кто? Менделеев все знает. Ну бабок да бабок. Слушай, Клариса, только сейчас подумал, как это смешно звучит. Бабок. А впрочем, какая разница? Нормально. Возьмем таксо, доедем до города, снимем конуру какую-нибудь. Нормально, малышка, перекатуемся. Огни большого города ждут нас. Только деньги мне давай. С чего? Просто так, деньги давай. Не читайте меня. Что ты сказала? А если я захочу идти? Что? Да пошел. Деньги давай! Давай! Уйти она захотела. Ты не можешь не уйти, не можешь, ты это поняла? Да. Я могу, когда меня достанет твоя тупость и твой каприз. Поняла ты это? Да, прости. Ну вот так. Этих женщин не поймешь. Если ты мне не доверяешь, тогда какого черта ты бежишь с тобой? Доверяю просто. Тогда к чему все эти разводы? Да еще при этих. Детя. А впрочем, какая разница? Не хочешь, не надо, правильно, Коля? Я Сережка. Да какая разница? На, твои деньги вали на все четыре стороны. Джек! Вон пошла! Джек, прости, говори, не вон меня, пошла. Дура, прости, не бросай меня, Джек! Заткнись ты! А вы что, дети, повылупились? Интересно? Ну не обращайте внимания, тетка дурная, стервозная, однако ж любит меня. Любишь? Люблю, чтоб ты сдох. Видишь, целуются. Они играли! Точно-точно, они играли! Не нравятся мне такие игры. И совсем не веселые! Да. Слышишь, мы их еще веселить должны. Ну нет, детки, мы так не договаривались. А хотите, я покажу вам нашу игрушку? Кто-то из вас тут интересовался? А? Ну да, очень хотим, покажи игрушку! Это даже не игрушка, это лучше. Фокус-фокус! Дети же любят фокусы-фокусы. Может, не надо здесь курить? Да брось, ты уже с нами, что ты паришь? Парится. Ладно, давай одну. А я знаю, что курить – это нехорошо. Да ну, с чего это? Потому что бывает, что когда куришь, в грудь рак заползает, и
смотри ты, какая образованная у нас. А как туда рак заползает? Ну, ученый, говори, как туда рак заползает. Не знаю, просто заползает и все. И ты видишь где-нибудь здесь рак? Нет. Детишки, вы где-нибудь здесь рака видите? Нет. Ну, значит, и проблемы нету. Как говорится, противопоказаний нет. Итак, смотрите, дядя будет вам показывать фокус-покус, огнедышащий человек. Смотрите, я зажигаю спичку. Огонь, смотрите, настоящий огонь. Ты можешь его с точностью увидеть, если сунешь туда пальчик. Да не учи ты дурному, пусть сами до всего доходят. Ребята, огонь — это высшее достижение человечества. Знаете почему? Почему? Потому что только при помощи огня можно прикрыть травму. Смотрите. Смотрите, курит по-настоящему. Как удивительно, правда, Сережка? Смотрите, так почки горит. А из-за рта дым идет. А там во рту тоже огонь. Ну, естественно, огнедышащий человек фокус-покус, слышишь, тебе говорю. А покажи. Что это показал? Покажи, а что ты идешь? Откуда дым идет? Откуда дым идет? Ну смотри, этим затягивается. Понимаешь, затягиваются. Ну видишь, мальчику интересно. Дай ему попробовать. Ну ладно, вставай. Открывай свой рот. Толик, не надо. Помолчи. Открывай свой рот. Да закрой ты свою пасть, ты же на первый педиатр глаза не покажешь. Открывай свой рот, бери сигарету, руки убери, руки, говорю, бери. Бери сигарету, вдыхай. Да не в рот, а внутрь давай. Толик, плохо? Я же говорила неправильно. Я говорила, все это неправильно. Нормально. Больно. Это только в первый раз, ну, Миша, скоро тебе это понравится. А вы не должны детей плохому учить. И детям больно делать, он болеет. Ему нельзя больно делать. Хорошие взрослые так не делают. А я ничего не учу. Учат эти ваши толстые очкарики и худосочные дамочки в школах. Учат дебилы, которые думают, что знают жизнь лучше всех. Лариса, я чему-то учу? Нет. Вот видите, не учу. Просто детей не надо гринчить. Я так понимаю. Ты прям как доктор Спок. Да я лучше. Просто эти ваши хорошие взрослые вас уродов держат. То нельзя, все нельзя. То плохо, все плохо. А сами курят. Ты понимаешь? Сами курят и пьют водку. А не знаешь почему? Нет! Да потому что все это обман, все дур. Нет, никаких нельзя. И каждый вправе делать то, что хочет. Правильно говорить? Слушай, да тебе надо тошно в детском саду. Да не надо, просто тошно уже. Просто вы привыкли, что с вами все сюсюкаются. Ати, пати, пути-пути. Это же отвратительно. Да за такое морду бить. Ну что, парень, оклемался? Да! А хули понравилось? Только не буду кашлять, хочется, и курить не буду! Не будешь? Нет! Говорится, Толик, не надо курить! Правильно, Толик, правильно, Толик! Да просто не надо бояться делать то, что тебе интересно, тебе нравится! И отказываться от того, на что вам плевать! Кто-нибудь из вас еще хочет покурить? Первый раз бесплатно! Что? У всех кишка тонка, я хочу. Правильно, правильно, Сережка, покури. Не надо, Сережки, не кури. Это не вкусно. Тебе же никто не мешал. Все-таки в цивилизованном обществе живем. На, Клавик, займись мальчиком. Я тоже хочу посмотреть. А я как раз не хочу смотреть. Пойдем, Толик. На, какой. Убери сигарету. Ну, что тебе сказать? Ты просто великолепный парень. Настоящий такой, скажи, Джек. То, что доктор говорит. А теперь бери и затягивайся. Вдыхай. Поглубже, значит, крепко. Давай, вдыхай. Вдыхай, прям от самоубийца. Сережка, я же говорила неправильно, я говорила, это все неправильно. Да, Леша, тебе же сказали, это только в первый раз, а потом понравится. Вот так, всякое дурное и нравится. Закон жизни, ничего тут не поделать. Сережка, ну как, плохо, не понравилось? Нормально. И
Заработаешь, приборахлишься. Хочу длинное платье и шпильки. Черт возьми. Сделаю завивку, покрашу и буду пить мартини прямо из бутылки. Мы же напьемся, когда приедем в город. Дождь, без жизни уже может. Хочу мартини или чинзаны, чего-нибудь итальянское. Слышь, шаги. Дети, все по местам, легко. Может быть, включить свет? Нет, не можем. Пусть уже спят, а то разбудит. Окно открыто, а новый сторож смолит, как паровоз. Наверное, натянуло. Надо сказать ему, что вы делаете, подача только. Откройте уже окно, а потом он еще здесь пневмония. Фу. Вроде бы пронесло. Врубай свет. Чего это только не спят, а? Они... Если мы тебе так не нравимся, почему ты тогда не звала? Я бы наблюдала за тобой, лежала тихо, как мышь. Испугалась. Нет, просто я не предательница. А девушка с характером. Слушай, если тебе когда-нибудь раз сбежать отсюда, найди меня. Покажи тебя настоящий чемпион. Похоже, был последний обход. Нам пора валить. А, и запомни только одно. Реальный мир – это реальный. И кто бы вам что ни говорил, это жизнь пахнет навозом. Вы знаете, вообще трудно сохранить здоровье, когда у тебя
сознание 4-5-летнего ребенка, а тело 72-летнего старика. Мы сделали все, что могли. К сожалению, он умер, не успел перешагнуть порог своего 6-летия. А Настя? Настенька, честно говоря, не знаю. И привет. Ну, когда вы выздоровели, а Толик умер, она в палате осталась одна. Ничего не стала делать. Помнится, она была самая старшая из нас. Да. А сколько ей было физиологически? 27. Ну вот. А тебе сейчас сколько? 44. А мне 37. Как вы думаете, какие странности природа допускает? А как ваша коллега Алла Клэн? Зачем тебе это знать? Ее стажировка закончилась, она уехала. Она вас так полюбила. Меня? Нет, вот детей она полюбила. Она плакала, и так не хотелось уезжать. Не будем об этом вспоминать. Я ведь встретил ее недавно. Встретил? Да, но мы буквально друг друга не узнали. Но ты повзрослел. Вы знаете, я всю жизнь пытаюсь открыть тайну деда. Всю жизнь, с тех пор, как потерял его и понял, что его нужно не вернуть. А вы бы хотели снова стать ребенком? Хочу. Вы знаете, я ведь вам тогда завидовал. Так, без лишнего, но завидовал. Ведь дети, они все сильные. Для них не существует преград, которых не существует. Для них нет условностей, нет законов, денег, государств. Для них нет того, чего действительно нет. Их не обманешь фантомами, которые от чего-то с тупой, тупой страсти верят взрослым. Ведь по сути, чем отличается Дед Мороз от государства? И то, и другое существует лишь в силу нашей веры. Я бы предпочел верить Деда Мороза, а вынужден верить в государство. Инфантильность. Взрослые придумали это слово лишь для того, чтобы отличать собственную испорченность. Кстати, вот Джек и Кларис, помните таких? Да. Только началось ваше выздоровление. Да. Странно, правда, куда они попали. Им тогда 12-13 лет было. Ну, мы их пытались искать, правда, без результата. Ну, не будем об этом. Вы лучше расскажите, что там произошло тогда. Ну, о чем мы тогда с ним поговорили? Да, если честно, в общем-то, ни о чем. Мы просто поиграли. Смотри, Сережка, наши игрушки, мой кораблик, и тут еще моя кукла, и одежки, и корзинка, и лопатка, и моя машинка. Смотри, моя машинка, пожарная, полицейская, мой кораблик. Моя раскраска, смотри, тут еще сыр идет, подлетает на тебя. А возьмите меня с собой.